Всем привет, с вами канал Art Mania. И сегодня у нас видеообзор вот такой вот интересной игрушки. Маленький доктор. Покупал ее в фикс прайсе за 199 рублей. А на самом деле там существует два набора. И в каждом что-то, в одном что-то есть интересное, в другом что-то есть другое интересное. Вот. Ну, я надеюсь, что я купила самый лучший набор, самый интересный. Так. Выглядит он вот так вот. А, и здесь вот, конечно же, написано, что в набор входит. По-моему, в другом наборе нету какого-то вот этого планшета. Заместо него там что-то другое. Ну, самое главное, что есть шприц, который мой ребеночек очень любит делать укольчики периодически. Вот, давайте его откроем, посмотрим. Здесь, кстати, написано, что батарейки идут в наборе. Сейчас мы это узнаем. Здесь, кстати, даже есть ручка, на которой написано ОК. Можно подарить ребенку как чемоданчик. Опа. Так, вот так он выглядит. Так, давайте посмотрим, господи. Не знаю даже, с чего начать. Это настолько интересно. Когда на это все смотришь, начинаешь вспоминать свое детство. У меня тоже был такой же набор, но у меня прям был чемоданчик. И он, наверное, были детальки немножко поменьше. Давайте начнем сверху. Давайте, наверное, с вами все вытащим, чтобы мне лишний раз вам тут в уши не шуметь. Так, конечно, вот это вот, кстати, сама она очень такая мягкая. Вот. А тут, кстати, есть цифра 6 или 9. Попробуй их разбери, какая там цифра. Так, здесь есть, кстати, такие маленькие хвостики, как у Тамагучи. Вот, которые выдираешь. Кстати, она такая плотненькая. Ее можно еще, наверное, использовать. И что происходит? А, она горит разными цветами. Смотрите, красная, синяя. Красная, наверное... Вот градусник, по всей видимости. Ну да, красная, если это большая температура, синяя, наверное, низкая температура. Ну классно, кстати. Хорошо, хоть не пищит. Так он довольно хорошо выглядит. Здесь вот как будто вот как маленькая лупа, что ли, вот что-то такое. Классно. Мне что-то новогоднюю елку, честно говоря, напомнило это. Вот, ну, не надо сидеть часами держать. Подойдет ребенок, о, у тебя температура высокая. И все. Сейчас говорит, я тебе укол сделаю. Так, здесь у нас. А, смотрите, он тоже двигается. Нажимается. Что, тут не откручивается, наверное. Надеюсь, ничего. 10, 20, 30. Не знаю. Должно быть, нет? Не должно быть. Ну все, теперь я чувствую, у меня ребенок залечит. Так, здесь у нас что? Что-то, что-то. Ничего не двигается. Здесь ничего не двигается. Так, здесь я думала вообще, что планшет, но он больше, честно говоря, похож на подносик какой-то. Вот. В котором, наверное, что-то лежит. Хотя он, в принципе, был похож на планшет. Изначально. Так, здесь у нас таблетка. Кстати, она открывается. Вот, он может прийти и сказать, на, я тебя лечу, на тебе таблетку. Вот это вообще прям мягкая. Те еще вот плотные все, вот это вот. Но она, может, и должна быть мягкой. Ее можно, кстати, в нее набрать воды. Так вот раз, оп, набрать, и в ней будет водичка. Но, блин, она такая мягкая, такая клевая. Так, здесь у нас тоже хвостик есть. А здесь сердечко тоже горит. Слава богу, звука нет. Такая прикольная. Все, он теперь застучит меня. Стучать будет везде. Ну, я правильно поняла, это, по-моему, что по коленочке, когда вот ударяют, по-моему, это она, как ее там, молоточек. Так, и, конечно же, самая основная вещь, самая, наверное, я надеюсь, что моему ребенку будет интересная.
Тоже есть хвостик такой. А, оно отжимается. Вы слышали это? Здесь как будто сердцебиение. И насколько звук похож, прям тух-тух, тух-тух, тух-тух. Классно, слушайте. А я думала, что же здесь-то, думаю, уже может быть? Я думала, здесь просто загорится красненьким и все. Ну, то, что там прикасание, там вот что-нибудь такое. Вот с этой стороны. Здесь, кстати, может сломаться. Тут прям такая на это. Сейчас поближе покажу. Такая вот в дырочку. Вот она. То есть вот тут они нормальные, а вот с этой стороны тоже все в дырочку идет. То есть с этим нужно быть аккуратнее. Либо можно туда что-нибудь вложить, чтобы они на тот случай, чтобы, ну, не сломались. Вот сюда вот в ушки возьмется, но она такая прям хорошенькая. Читала отзывы, что у многих этот набор надолго хватает, у некоторых быстро ломается. Ну, наверное, как ребенок будет пользоваться, играть, насколько там все это будет. Вот. Ну, все-таки мы все разные, бережливые, да, дети есть. А есть наоборот, могут швырнуть, наступить, бросить. Вот такой набор. Вот это прям мягко, классно. Есть вот таблеточка, кстати, тоже плотная, прям такая она плотная. Плотный пластик, весь тоже плотный. Даже это, кстати, не гнется, она плотная. Вот, можно тут положить. Ну, блин, такой, знаете, классный детский набор, прям шикарный набор. Вот, можно даже докупить и второй набор, можно вместе играть как-то там. Я не помню, во втором наборе что-то другое, наверное, за место, по-моему, вот этого вот планшетика или что-то такое. Не помню. Напишите в комментариях, какой набор у вас, понравился ли он вашим деткам, играете ли там все вместе в какие-то такие вот игры. Также напишите, насколько долго вам его хватило, насколько долго хватило батареек. Кстати, вот батарейки, они вот меняются? А, меняются, наверное. Ну вот, наверное, болтики открываются и меняются. Ну, конечно, это ее полностью всю развенчивать. Мне кажется, скорее всего, эти батарейки прослужат очень-очень долго. Ваш ребенок уже вырастет, а они еще будут служить наверняка, раз здесь нету отдельного отверстия. Ну, допустим, здесь тоже поменять батарейку. То есть полностью все выкручивается и меняется. Ну, как бы это сложновато. Проще, мне кажется, наверное, нужно будет поменять батарейку, эту игрушку отнести туда, где продают батарейки. И там, чтобы они поменяли. Как с Тамагучими, например, раньше было у меня. Я относила, мне там меняли. Все. Как бы доплачивал там, может быть, и все. Чтобы уж там само не сломать, а они вроде как это, наверное, не сломают. Ну, там, может быть, несут какую-то там ответственность за это. А может и нет. Ну, не знаю, фиг знает. Короче, вот такой у нас с вами был обзор интересной игрушечки. У моего ребеночка теперь появится новая игрушка. А как он будет играть в нее, все это будет во влогах. Все это вы видите во влогах. Как мы будем играть, что там, как там будет. Также у него еще кассовый аппарат появляется сегодня, тоже новая игрушка. А на нее обзор будет тоже отдельный. Я оставлю, конечно, заставки, если он уже выйдет на тот момент. И на сегодня это все. Смотрите наши другие ролики. Обзоры также на продукцию фикс-прайса разные. Там очень-очень много. Отдельный даже плейлист на продукты и на вещи, на игрушки, на книги обзоры. Обзоры из обычных магазинов на продукты. Это очень интересно. И очень интересно посмотреть продукт в упаковке, допустим, спрятанный, качественный он или нет, прежде чем купить. Для вас, я думаю, это актуально. Сначала узнать, а потом купить. Чем сначала купил, а потом узнал, что там какая-то фигня оказалась. Потратил деньги, будет как бы немножко обидно. Также смотрите наши влоги, как мы с сыночком живем, путешествуем, отдыхаем, занимаемся, развиваемся. Моему сыночку 3 годика. Также фоны у меня на канале есть. И очень-очень много всего интересного. Разнообразный такой канал. Куча всего в одном месте. Это удобно, я думаю. Вот, пишите обязательно комментарии, обязательно ставьте
лайки, 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 лайки. Я стараюсь для вас делать такие обзоры, чтобы вы сначала подумали, прежде чем покупать, посмотрели. Вот. И подписывайтесь, жмите обязательно на колокольчик, чтобы не пропустить новый видеоролик, который уже выйдет завтра. У меня ролики выходят каждый день. И с вами был канал Art Mania. Всем пока-пока!